1 числа, в необыкновенно теплый для Эстонии апрельский день, солдаты НАТО прибыли в культурную столицу Европы 2024 года, в город Тарту, чтобы отметить 75-ю годовщину создания НАТО, а также 20 лет с момента вступления Эстонии в Североатлантический Союз. На Ратушной площади Тарту была представлена техника союзников из боевой группы НАТО в Эстонии, которая включает в себя такие страны, как Великобритания и Франция. На месте были также представители сил обороны Эстонии в лице Купериановского батальона, а также представители Кайтслита в лице Тартуской дружины. Британские солдаты развернули на Ратушной площади полевую кухню и угощали горожан культурной столицы свежими пиццами, а французские солдаты демонстрировали свое вооружение вместе с внушительным бронетранспортером «Грифон». Из британской техники на месте можно было увидеть универсальную пусковую установку М-270 американского производства и британскую боевую машину пехоты Warrior. Показ техники сопровождался уникальным выступлением ансамбля британской армии Pipes and Drums, на русском языке «Волынки и барабаны». Данный ансамбль состоит из солдат шотландского гвардейского полка и отличается особыми традициями. 29 марта исполнилось ровно 20 лет с момента вступления Эстонии в НАТО. 4 же апреля НАТО исполняется 75 лет. В честь этого солдаты сил обороны Эстонии и НАТО проводят по стране тур, в рамках которого посещают различные города, чтобы продемонстрировать жителям страны свою технику и вооружение, а также подчеркнуть важность оборонительного союза НАТО. Тур закончится 4 апреля в Таллине.